Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. В последнее время взгляды многих обращены в сторону Кавказа, в частности Грузии. Ну и мы туда же. Российский электронный дуэт «Араш и Квазар», «Истинная звезда», они же Павел Грачев и Виталий Жуков путешествуют со своим переносным проигрывателем «Вестокс» по разным барахолкам, выискивают разный редкий винил. Тут же его слушают и рассказывают о нем в ностальгическом аудио и видеосопровождении на своей страничке. Их последний диггинг-тур, а диггинг в музыкальной среде — это копание, выискивание редкого винила. Так вот, их последний диггинг-тур в Грузию ознаменовался открытием очередного шедевра популярного в 70-е годы прошлого века грузинского вокально-инструментального ансамбля «Иверия». Тут же ребята замечают, что «Иверии» удалось в свое время выпустить 6 пластинок на советском лейбле «Мелодия». Это эстрадные обработки народных грузинских песен. Характерное грузинское многоголосие, упакованное в модный эстрадно-джазовый формат. Причем, когда ты слушаешь эти пластинки, то думаешь, это так смело и прогрессивно для тех времен. Как им это все удалось сделать? Паша и Виталий из дуэта решили взять народную абхазскую песню «Азимат», она же «Азамат», которая повествует о человеке с именем из названия песни, о том, как он работает на своих полях со своей семьей и что из этого всего у него получается. Вот только песня снова подверглась переупаковке. Щедро добавлены синтезаторы, арпеджиаторы и драм-машины. Кстати, хочу сказать, что ребята выложили композицию на Bandcamp для бесплатного скачивания. Не то чтобы мы халявщики. Русская кибернетика всегда покупала композиции для лаборатории. Но сейчас мы не сможем это делать чисто физически, поэтому благодарны артистам, которые не лишают новинок своих слушателей. Via Iveria и песенка «Азамат» в ремиксе от «Араш и Квазар». Вот уж действительно, хорошая народная песня никогда не покинет наши уши. Вчера в поле под солнцем и дождем, а сегодня на танцполе под диско-шаром.